Здравствуйте, ребята! Сегодня 19 мая 2020 год. Урок математики. И мы продолжаем с вами повторять курс математики 6 класса. В тетрадях запишите число 19 мая и тему урока повторения. Начнем занятие с устной работы. Укажите на меньшее из чисел. Нам даны десятичные дроби, нужно указать наименьшее. Вспоминаем, как мы сравниваем числа. Числа мы сравниваем поразрядно. Если целая часть у нас одинаковая, смотрим на следующий разряд и выбираем меньшее из них. В данном случае у нас будет меньше 0,99. Следующая задача. Найдите периметр прямоугольника, если одна из его сторон равна 5 см, а площадь равна 50 см квадратно. Найдем вторую сторону. Разделив площадь на известную сторону. Дальше найдем периметр. Периметр находится по формуле 2 умножить на а плюс b. И тогда у нас получается 10 плюс 5, и все это умножить на 2, то есть 30 сантиметров. Следующая задача. У Ирины было 150 рублей. Она истратила 0,2 своих денег. Сколько у нее осталось? Здесь можно решить разным способом. Можно найти дробь от числа. Чтобы найти дробь от числа, не надо мам тревожить, а нужно данное число на эту дробь умножить. И получим тогда, если 150 умножаем на 0,2, получаем 30 рублей, это она истратила. Значит, осталось у нее 120 рублей. Можно было решить и другим способом. Если она истратила 0,2 своих денег, значит, у нее осталось 0,8. 0,8 найдем от 150, это и будет 120 рублей. Следующая устная задачка. Число 123,995 округлили до разряда сотых. Какое число при этом получили? Разряд сотых у нас находится на втором месте, так как сотни 2 нуля. На втором месте после запятой. Поэтому число 5 мы отбрасываем. Но эти числа мы заменяем на нули. Так как 5 у нас, мы увеличиваем разряд. Здесь будет 0, 0, и это число, цифру тоже увеличиваем на единицу. И тогда у нас получается 124,00. Ну а теперь запишем в тетради задание и выполним письменно, указав верный вариант ответа. Первое задание. Найдите значение выражения x в кубе, если x равен минус 2. Запишите в тетради и выполните. Вместо x подставляем минус 2. Записываем минус 2 третьей степени будет равно. И указали, что не забываем, что минус в нечетной степени будет минус. Показатель степени показывает, сколько раз у нас повторяется одинаковый множитель. Выполнили решение и рядом указали вариант правильного ответа. Второе задание. Сплав состоит из олова и меди, массы которых относятся как 3 к 2. Какова масса сплава, если олова в нем 360 грамм?
Вспоминаю, как решать задачи на части. Если олово 360 грамм, и он составляет, обратите внимание, три части, значит, сколько грамм составляет одна часть? Это будет первое действие. Дальше мы найдем, сколько составляет меди. И тогда мы найдем массу всего сплава. Следующее задание. Расположите в порядке возрастания числа. Минус 1,2, 0,1, 0 и 0,99. Выберите верный вариант ответа. Запишите эти числа в порядке возрастания. Это значит, начиная с самого маленького. Четвертая задачка. Катер, проплыв 2 часа по течению, прошел 75 километров. А двигаясь 2 часа против течения, проплыл 67 километров. Найдите скорость течения. Вспоминаем, что скорость по течению у нас будет, находим, деля расстояние, да, на время по течению. И против течения скорость находим. Расстояние разделить на время против течения. Ну а скорость течения легко найти, если из скорости против течения вычесть скорость течения. Решение оформляйте в тетради. Следующая задачка. Составьте уравнение по условию задачи. На первой полке стояло x книг, а на второй в 3 раза больше. После того, как со второй полки переставили на первую 10 книг, на обеих полках книг стало поровну. Сколько книг на первой полке? Вспоминаем, за x мы берем там, где у нас меньше. Выберите верное уравнение к задаче. Решать уравнение не нужно, просто составьте уравнение по условию задачи и запишите. Следующее. Найдите длину участка реки, если на карте масштаба указан масштаб 1 к 100 тысячам. Он изображается линией длиной 8 сантиметров. Ответ дайте в километрах. Итак, на карте он указан длиной 8 сантиметров. А масштаб, да, 1 к 100 тысячам. Значит, в 100 тысяч раз вы увеличиваете, это будет сантиметров, затем переводите в километры. Записывайте и указывайте верный вариант ответа. Еще одна задача. В классе 25 учеников. Из них 16 получили за контрольную работу пятерки. Сколько процентов учеников класса получили пятерки? Находим отношение, записываем десятичной дробью и потом переводим в процент. Итак. Домашнее задание. Выполнить все задания с урока и отправить на проверку. Электронный адрес указан на экране. На этом мы с вами заканчиваем занятие. Всего доброго, удачного дня. До свидания.